встречи, что когда я был моложе, мне не вручали премии, не выходили мои мемуары, а сейчас все это произошло, и выходит уже 10-й альбом мой. Ну, замечательно, что все это действительно случилось. То есть я в первую очередь благодарен Балтийскому дому, Сергею Шубу и замечательной совершенно чудной компании этих людей, которых я и благодарю. Спасибо большое. Спасибо.